Доброе время суток, уважаемые моделисты. Начинаем четвертую часть нашей сборки модели самолета фирмы «Звезда» в 48 масштабе Петляков 2P2. В прошлой серии мы остановились, мы собрали вот этот лист, собрали ниши шасси, стойки шасси. На данный момент мы ждем краску, чтобы покрасить это все дело. Краска пока не пришла, она в пути. Так что пока мы будем заниматься чем-то другим. Следующим шагом фирма «Звезда» по инструкции предлагает нам собирать колеса, шасси. Но мы их собирать не будем, мы их меняем на бегемотские колеса, они у нас есть. Здесь дана часть двигателя второго мотора. Мы пока это все пропустим. Собирать это не будем. Потом. Здесь давайте мы начнем сразу собирать с интерьера. С этой страницы. Так что в этой серии мы клеим. И в конце, скорее всего, будем красить. Я думаю, краска подойдет. Хорошо? Договорились. Тогда начинаем. Love, 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 love
We'll be right back.
Так, сейчас мы покрасим черной краской две детали. Это кабина, да, одна часть кабины, краска Акан черная, эмалевая. Конечно, детали маленькие можно покрасить спокойно кисточкой, но я как-то больше, мне больше нравится работать с аэрографом. Быстрее. Мне гораздо проще промыть, потом почистить аэрограф, чем заниматься покраской кисти. Но это каждому свое, как говорится. Так, 5 минут подожду, пока подсохнет, перевернем, продолжим.
черной краской. Все очень быстро. Данные детали, панель приборов будет пока сохнуть минут 10, пока я начну разводить краску, чтобы красить гидравлические части стоек шасси. Это хром, силовый хром, фирма Ганза. Сейчас вернусь к вам. Красим гидравлику в хром. Ну все, пусть сохнет. Пока прочищу, помою аэрограф. Высохли эти детали у меня. И одновременно пришла краска, которой я буду красить интерьер кабины и ниши шасси. И стойки шасси. Это краска А14 стандарт, стальной серый. Фирма Акан, артикул 83040. Есть такая же краска акриловая 73040. Есть еще одна эмалевая 63040. Это все Акан. Краска, посмотрел на форумах, вроде такая. Если вдруг ошибаюсь, да, особенно могу ошибиться с цветом ниш шасси, то подскажите, я еще смогу исправить, перекрасить. По интерьеру. Смотрел я на форумах, она именно такая и есть. Так что здесь, я думаю, ошибок быть не должно. Сейчас я маскировочной лентой закрою части, которые мне не нужно окрашивать. Очень надеюсь, что краска не сойдет. Не хотелось бы делать двойную работу. Конечно, надо было по-хорошему все-таки дождаться краски, потом уже заниматься гидравликой. Ну, покрасить стойки, потом заниматься гидравликой. Ну, скорее всего, я, наверное, поспешил. Полагаю, что придется еще раз это делать.
Так, а теперь более тонким скотчем, малярным скотчем, малярной лентой. Все вот эти две детали. Это прям прекрасно, идеально подходит по размеру, по ширине. Это очень хорошо. Раз. Так. Вот отрезал. Три и еще один раз и все. Четыре. Все, мы красим данной части раз, два, интерьер и ниша шасси. И стойки шасси. Начинаю разводить краску, пока выключаюсь. We'll be right back.
Ну, давайте, наверное, завершим данную серию. Задули мы интерьер в серый цвет, цвет А14. Сейчас краска высыхает. Завтра уже можно будет продолжать сборку, продолжать покраску уже. Делать это кистью надо будет. Можно будет собирать уже гондолы шасси. Ну, это все будет в следующей серии. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Смотрите наш канал на YouTube. Пока-пока.